В Твери начинают применять новый дизайн-код города. Сотрудники администрации проверяют, соответствуют ли вывески информационной конструкции на улицах города новым требованиям. В первый раз нарушители не штрафуют, просто напоминают, что пришло время поменять вывеску и ничего не размещать в неположенном месте. Департамент экономического развития. У вас размещен штендер. Штендеры запрещено устанавливать на тротуарах, газонах, обходных групп. Соответственно, с изменениями. Необходимо убрать. Через несколько минут предприниматели уже убирают штендер. Правилам лучше подчиняться сразу. В следующий раз за несанкционированную информационную конструкцию выпишут штраф, а он составляет до 20 тысяч рублей. Данное правонарушение влечет наложение административной ответственности в соответствии с статьей 27. Размеры штрафа от 2500 до 5000 рублей для должностных лиц и на юридических лиц от 10 до 20 тысяч рублей. Визуальная среда влияет на эмоциональное состояние человека. Об этом в последнее время часто говорят эксперты. Поэтому в современных городах избавляться от ярких информационных и рекламных конструкций. В настоящее время просто изменился подход и восприятие к самой сфере торговли и услуг. И данные сейчас многие европейские города и другие крупные города и в России все-таки стремятся к тому, чтобы избавляться от этого визуального шума, который как-то негативно, так скажем, влияет на восприятие людей окружающего пространства. Вот такие штендеры уже сейчас вне закона. А к концу года с главных улиц в центре города должно исчезнуть и многообразие разноцветных вывесок. В октябре в Твери вступили в силу новые правила размещения информационных конструкций. Отныне вывески должны быть без подложки, не должны противоречить стилю здания в цветовом решении и дизайне и не должны быть слишком большими. Информационная конструкция в целом, да, и размещение на поверхности здания должна соответствовать архитектуре здания, ее выразительности, учитывать архитектурные элементы здания и, в общем-то, выглядеть гармонично на всем протяжении здания. Для того, чтобы подготовить новые вывески, предпринимателям дается год, до октября штрафовать не будут. Но многие не откладывают и уже сейчас готовятся к нововведениям. Несколько предпринимателей обратились в департамент архитектуры и получили согласование для своих информационных конструкций. По всем вопросам, касающимся нового дизайн-кода, предприниматели могут проконсультироваться в администрации Твери.